Ну, я за трейдентов проголосую по пику, потому что именно вот, ну, Лансер, типа, он вообще против Тараблэйд нормально смотрится. Я вот по этой причине проголосую. Так, здравствуйте. Антоха подставляется. Хороший додж, иллюзия именно Ару. Это было намеренно. Забирают Антоху, минус Антоха. А, там Лансера забирают еще на топе, кстати говоря. Ноутэй чисто 5-1 за ноутэй, сейчас, мужики. То есть... сейчас бы это уже будет поинтереснее. Так, соло. Соло. Ой, ну тут... Не. Под ультой это все, это смерть. Ну, будет размен, значит, сейчас вышкиваем. Хотя пока никто не занимается этим. В миду у нас напали на ДК. Ну и сразу моментальный ответ от NoTech с миду. Сразу же. Стена щитов? Нет, не будет. Тут вырывается ДК. В итоге... нападает первый у нас Трайдента, Солоча еще и не убили, кстати говоря, арена пошла, Дримкольч там работает. Ну, Соло, возможно, доберут у нас, там Лансера получается забрать, ребят, я дико извиняюсь. А что по детекшену? Детекшен имеется, детекшен есть. Так, ДК живет очень долго, но все-таки на него потратили много очень времени, на самом деле, будем честными. Размен 2 в 2, пока он, конечно, в пользу NoTech, потому что два саппорта на Кора и Мидера, размен, это не в пользу Трайдентов однозначно. Попытка выйти в смоках. Здравствуйте, Лёшу поймали, помогите, потому что сейчас хекс. Помогите, и вот помощь пришла. Ну, хорошее убийство. Хорошее, конечно, хотелось бы что-нибудь, ну, более весомое это найти. Что повкуснее, пожирнее. Но не нашли. А здесь Антоху встречают. Здравствуйте, Антоха. Антоха успевает меку, но еще есть Hands of God. Дримкольчик там под... Hands of God не жмет, кстати говоря, нужно нажимать. Нажимать нужно, убивает у нас пака минус пак. Погоня за фогасом. Фогас, клэпчик. Клэпчика нету. Я понял. И минус 2 в итоге, смотри. Тут вард есть у трейдентов, то есть они... если что, информация будет владеть. Так, кого нашли? Нашли у нас ДК. Ой, ДК. Свардар нашли. Шифт хороший доджит Ару. Ну, поймал эту Ару. В итоге вампир. Вампиру неприятно падает у нас. В итоге фокус. Минус фокус. Супернова ставит. Супернова будет бить. Супернова, скорее всего, разобьют. Минус Супернова. Минус 2 сделают Трайденты. Но живет Тераблоид. И он больно бьет уже. Не сильно хотелось бы, но больно. Все равно Монтань не получается задоджить иллюзию именно эту Ару. Тычка, но там Айсер Мор, там медалька, Вистерба. Сайлен застается, таки у нас пак забирает в итоге ДК. И опять же такая равная драка получается. Равная, снижает, крутая тема очень. Драконье дыхание там. Так, еще одна Ару, но она попадает в иллюзию. Все в порядке. Иллюзия нормальная, ТБшка играет с этими Ару все время. Так, ну что, врыв полетел, вовремя залетает. Еще Свардар ставит царь на копье, полетела. Санта прожимает у нас Тераблэйд. На речком угреют, вроде бы нагрели нормально. Егис у кого? А Егис у Фогаса. Марс поднимает не Тераблэйд. И что дальше? Минус 2 сделали, ну то есть самое главное. Лип. Еще есть один лип. В итоге Мирана не уйдет, это минус 3 уже. А Рошка деньги получили тоже, да, у нас силы света, да, но Тейс получает все лавры с Рошкой. Так, там спины заходят, смотри. Заходит спины, то есть герой просто могут поумирать и все не успеет. Возможно, тут перегонки успевает все-таки Лансер нажать. Супернова хорошая, Супернова начинает бить Миранка, но Супернова уже подмакшена. В итоге Супернову не взорвать, это смерть будет для Мираны в том числе. И Фогаса Иги свой не отдал. И еще варды поставили, это хорошо, прям под драку, под бараки. Лансер умирает, а вот это вот уже плохо. Лансер без манты, он играет Си здесь, падает Лансер, убивает пака, кстати говоря. Выбили Аегис, и сторона в итоге пала. Да, сбирают сторону у нас NoTechs, пошли на вторую сторону. Просто у них оно повторяется очень сильно, но если ты не часто прям играешь, нормально будет. Так, ну что, арена полетела, БКБшка Супернова ставится, есть Шекл фокус, у нас ДК вообще не бьет. Нажимает БКБ, но уже поздно, почти он умер, и достает Супернову последний тогда вот радиус взрыва. Последняя волна, Супернова Весел, догорит еще и Свардар здесь. А Тераблэйдик может подниматься и тарабанить героев, тарабанить третью сторону. И эту карту заканчивается. Это GG, да, это GG. Ну хорошо, мужики, хорошо, начинается у нас вторая карта, NoTech Trident. Голосовалочку, ребят, запускаю. За СНГ, вперед. Мясорубочку давайте нам. Давайте, кто будет соло? Ну, конечно, кто если не соло? Кто если не соло, конечно.
First Blood. Но нет, если бы Эншел висел сейчас на вампире, возможно бы. Так, так, а вот это опасно. А вот это опасно, Сурш, он примерзает, он примерзает далековато. На вампирчика Эншел, кстати, навесили, 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 навесили. И Карапаси можно будет нажать. Не нажал, там вакуум. Странные Карапаси были очень. В итоге умирает просто вампир, ошибочка жесткая. И фокус умрет еще. Эту. Теперь два размена не будет. Опа, опачки. А здесь, смотри, у нас заходит со спины. Полетели, врывается. Соло подставляется. Ставится стенка. Айсбласт полетел. Айсбласт. Айсбласт достает у нас таки. Достает айсбластик до дровки. В итоге она до конца уже дерется. Запускает мультишот. Минус 2 сделали же трайденты. У Шторма еще мана есть. Он дерется. Минус фокус. Минус 3 уже. Вендетта импельчик. Манаберн. До свидания. Минус шторм. 2 в 3 размена. Пришел сюда у нас Свен. Свен поздно пришел на движуху, на всю эту. Но что бы было, если был бы Свен, интересно. Вдвоем хотят. Но они без Вендетта еще. Так, ну Антоха, Антоха, ну тут за него сейчас могут очень хорошо отомстить, очень хорошо могут отомстить. Так, Антоха выживает, что самое интересное, запускает Ice Blast полетел, минус SF есть, минус 2 делают у нас, Антоха всех добивает, но это будет минус 3, там еще и фокусы нашли, минус 4 получается от трайдентов. А вот теперь догадались, там Рашин уже почти пал, хотя шторм залетает, смотри, ведь... Так, убивает дровку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Вот это катастрофа. Вот это катастрофа. И фокус поймали. Фейтболт, импейл. Вот дела-то, а, слушай. И кто этот поднимет? Реквием! А-ха-ха! Вампир забирается таки себе. Это Егис. Ну, из него его точно выбьют сейчас. Поймали еще и Сова здесь. Минус Сова забирают. Вампир сейчас вернется обратно. И минус вампир. Не идет игра на утечес. Так, там у нас поймали, поймали Свардар, Рекви нажимается, Антоха распается. А те минус 2 саппорта сделали, там убили дровку, минус кор есть. Там убили Свардара, минус 3 делают, но точно неплохо. А Свен очень больно бьет БКБ. Еще БКБ у него свеженькая, 9-секундная. Ну, смотри, получается это 3 в 2, и что-то вроде получается, и шторм без маны еще остается, ой-ой-ой-ой. Трайденты ошибаются немножко, и Шекл от Сова, хороший Шекл какой, а? Хороший, и держит он, они этого Свена, не дают ему ничего сделать, просто Сова красный, Сова отбивает себе, без Сова лучше не драться против Свена, потому что у Сова только контроль, а тут КД, все. Вампир, че бесстрашно, смотри, нападает, а? Почти убил, почти убил. Но нужно добить. Айсбласт, хороший строй героев, взлетает, прыгает сюда. Сразу Свен, ой-ой-ой-ой. Но вот эти сейчас вот, им нельзя сейчас, им нельзя идти от первого номера играть, нельзя. Им нужно драку принимать. Он умирает здесь. А подожди, кончается что ли Айсбласт? Куда? Ой, не... кончился Айсбласт действие. Я думал, он умер, все. Так, ну, вообще нужно ставить стеночку уже, а вот что получается, комбо-вомбо какие-то получились, минус 2 делают за секунду, просто штормана еще имеется, нужно ее оставить, чтобы уйти, врывается Свен, пошел выпить, минус 2 в ответочку, и дровку убили, самое важное здесь, Реквием ворует себе еще, умирает, кончается у Свена БКБ, и Свеночку нужно осторожнее быть немножко, потому что могут и наказать, а его поймали, будет ли импейл, импейл, что за импейл? Импейл прям вообще не вовремя был промазан. Свен. Что по ветрам, ветра в КД, все в КД. Вакуум хороший, а? И бежит просто до конца здесь. Да что за кайвы? Забирает Свена. Что за кайвы? Много было миссов в этом файте. Импейл, не вот койл сейчас, но... Еще и шторм без маны, кстати говоря. Еще и шторм без маны, его поймали. Ой-ой-ой. Минус 5. Да, прожимают кнопки хуже. Трайденты, вот проблема их. Они просто прожимают хуже кнопки, и все. А если есть, то будет легче получить из России, конечно. Так, здравствуйте, БКБшки нажимается. Айсбластик опять под фокусом Соло. Соло умирает, а Блдэмэдж забирает у нас таки себе Штормецкий. Варды ворованные ставят, Рубик умирает от Манаберна. Но без Свена драться опасно и трудно драться очень. Опять байбеки, Рошка защищают. Всеми силами. Его нужно уже забрать, этого Рошана, блин. Проклятый Рошан. Ну, похоже, заберут. Или шторм взлетит все-таки.
Или шторм полетит, интересно. Нет. Нет, 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 прыгает Свардар! Ворует Аеги Свардар! Ой-о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 й. Вот дела-то. И Сэм вздыхает. Что за вообще? Что за... Симфония скиллов. Поймали шторма, кстати говоря. Там Свен пришел. Там пришел Свен. Хватит ли урона по шторму, не знаю. Манобер, ман у него точно нету. Хотя прожимастик немножко выживает. Теперь просто битва инвалидов. Ё-моё. Чё одни вторые делают, я не понимаю. Так, залетает у нас на соло. Соло поймали. Соло рассыпался. Подставляется еще и вампир. Прям ор жесткий будет. Так, там у нас что? СФ-чика поймали. СФ-чик пока полетать пошел у нас немножко. Но рассыпается СФ, минус СФ. И, ну, наверное, это все, ребята. Уже под фонтан гонят, смотри. А что делать-то? Ничего не сделаешь. Прыгают. Здравствуйте. У дровки не пошла игра. Минус соло будет. Ну и минус карта. 1-1, ребят. И у нас будет третья решающая. Вот просто будет забавно, если в итоге сейчас выиграют Трайденты. Ну, 2-1 сделают. Опа. Кстати говоря, давно мы не видели Макаку. Очень давно мы не видели этого героя. Так что появляется. Ну, это интересно. Это интересное решение. Ну что, мужики, третья решающая карта. Так, соло поймали у нас. Тапочек есть, он очень быстренький, может отойти в итоге. Дун, ну тоже быстро дум, кстати, с фейзами еще. Ему нужно уходить сюда. Тормозить его нечем, кстати, значит, тут может двоих героев разобрать, в принципе, попробовать, но это будет разбаечено. Разбаечено, знаешь, это в GTA потрачено, да, здесь разбаечено. С удовольствием. А ну, чаще с удовольствием. Бывало, конечно, казалось, зачем я это играю. Так, тут что у нас? Спанули, разбирают Рубика, прилетает шторм. Это интересно, СФ-чка можно под фокус. У него ферик стик есть, в стике нажимается, ферик стикивает, но много урона залетает, у него подкопчик. Ну и нужно отхей, пальца нету здесь. Сейчас палец купит себе книжечку. Бои начну подкачивать себе инфибл, само собой. Брейнсап приходится чем-то жертвовать. Так, ну что, инфибол вешается, физгрип полетел, неплохо, прыгает сюда Дум клэпает по трём героям, ни хрена себе Дум там. Вот это ревеш была Дума, сейчас Фогас больно, ну, выживает вроде бы Фогас. Тут просто туда-сюда обратно, не хватает он ни туда, ни сюда, в итоге минус шторм сейчас будет. Фогас дожил, СФ они зафокусили до конца, погоня за Рубиком еще, у Рубика есть, точнее, у него есть реквием, смотри. Ну там дали подкоп по нему, успели, бандустрой, хороший, минус 2 будет, замечательно. И вот такой вот ответочка такая прилетает здесь. Хотя бы какая-то. Ну, минус 2 саппорта, все равно минус 2 хотя бы делают. А держать это давление. Это, конечно, нужно делать. Так, ну что, полетели. Тут кастуется поляна. Поляна кастуется. Дали Дум хорош. Бандл страйк не получается дать. СФ красный минус СФчик. СФ4 направляется. А клэпает Дум опять пока что выживает. Морф за ним. В поголь превращается в Рубика телекинез. Фейбол запускает. Пытается Рубика зафокусить. Зафокусил. Прыгает сюда у нас МК. И Финсгрип. Хорошо. Минус 3. И Фогас, Фогас, Фогас. Леончик. Это вампиры, видимо, отпускают. Кстати, нажали его тиммейта. Паузу. Вордс пошел. Кастует с поляна. Поляна хорошая, кстати, получается. В итоге выходит у нас из этого радиуса Тимбер. Там, кстати, умер Шторм. Ну, Шторм ошибся сильно. Шторм очень сильно ошибся. Так, ну что. Палочка, Battle Strike. Далее. Минус очень быстро сделали Антоху. Антоху вырезает. Дум получает СФ. Но как-то Дум один здесь. Дум просто будет сейчас растерзан. Кончается у него сейчас БКБ. Хотя спайдер... Что? Выживает, что ли? Нет, палец. Никуда он не выживает. Там убивает у нас СФа. Минус СФ. Морфа защекотали. Нечем сбить. Просто физгрип. Но морф... выживает, а вот вампир не выживает. Все-таки дожимает, похоже, у нас драку Трайдер. Так. А если морф умрет, это будет фиаско. А он умрет. Он умирает. Минус морф, ребят. И дальше пошли, смотри, и поймали еще и Фогаса. И получает Фогас Салец. У него лотоса нет, но есть Еульчик, это благо. Имеется.
Ну, Тимберчейн. Лучше в рожках шлебить, чем за этим Тимбера гоняться. Хотя, Пиус воровал себе у нас Рубик, но немного урона не хватает. Тимберчейн своровал и хватает урона. Кучу бэбэков делает No Touches. Кучу бэбэков. Пока решает исход встречи, именно вообще всей серии. Best of 3. Так, ну тут вампирчик залетел, далеко залетел. МКА больно, Глиммер нажимает, его спасает. Ты представляешь, его спасли. Кастует с поляна, минус мор после байбеков из Грип Дум, минус СФ. И что самое смешное, выживает МКА. Вот это самое прям вообще смешное, но не для ноутейчес. Найтмэр просто кайтит, байтит, шмайтит, я не знаю. И да, они были и СФ, и мор был после байбека были. Рошана битва за Рошика вообще не бесконечно, такое ощущение. Так самое забавное, что Рошик-то еще стоит, что самое интересное. Фогас, 50 хп осталось у него, ты представляешь? 50 хп, Шторм летит, МКА. Не могут его добить никак. Умирает Шторм, забайчено просто было сейчас. Падает Антоха еще. Да, интересно получается. Очень интересно получается. Фогас выжил, что самое забавное, МКА. Серьезно, я просто не верю в происходящее. Просто вот нет слов. Есть контакт. No Touch, смокин нажимает сразу же, смотрите. Сразу же под байбеки. Ловить пытаться кого-нибудь. Поймали. Кто это у нас? Это Думчик, кстати говоря. Реквием кастуется. Рассыпается Дум. Да, вот это. Вот это сенсация будет, если No Touch эту игру обратно перевернут. Просто. Уже интересно. Так, поймали у нас ДСФчика, сразу же ответочка. В принципе, ничего страшного. Так, а тут еще Бейн, Бейн, Антоха палец еще словил, бедный. Поймал палец Антоха, но Соло выживает, да. Опа, здравствуйте, поймали. И подставляется вампир, вампир рассыпается, но падает Дум в размен. Получает морф Сайленс, но у него Аегис, поэтому помним мы, если что. МК под фокусом, МК залайфстилится, сейчас может залайфстилиться минус Соло. МК пытается отойти и отступает, в итоге на Шторма. Шторм маны мало, но вроде бы хватает уйти. Но коры выживают, пацаны, коры выжили. Сейчас чувствую, хотят напасть. Очень чувствую, хотят напасть. Ну что, Дум даваться не ходит. Не хочется давать Дум этот, которого, кстати говоря, нет еще 8 секунд. Хватит ли урона? Не хватает. Фокус не получается убить. Но хватает Соло забрать. Здесь рассыпается опять Шторм. Шторм вообще. У него прям игрушка не клеится. Падает еще и Дум. Вот это уже плохо. Вот это уже страшно. Пока поляна, нужно отступать. Просто нужно отступать, пока поляна есть. Нужно пытаться уходить. У Шторма вообще прям... Ой, умирает вампир, минус вампир. Здесь Найтмэри, Финсгрип нажимается, полетел в одну страйк, красный морф. Заберут у нас эсэфчик, превращается в МК, нажимает палочку, у нас морф, морф в итоге отступает. Дум уже после байбека сюда летит, бежит, вот он, Дум сбоку заходит. И, кстати, он сейчас будет морфа, ой-ой-ой-ой, а он-то с Думом, но не успел он дать ни клэп, ничего не успел дать. В итоге морф промывается отсюда. Так, ну что, Дум полетел, есть врыв. А на Вале по морфу, морф подставился, очень неприятно для него смерть была, выкупается морф обратно в игру, там у нас что, поляна кастуется, не получается, минус МК, а вот без МК будет драться трудно, то уже, ребят. А вот без МК-то будет драться трудно. Угу, Бейн у нас улетел на базу, все, остальные все просто по тапку, хотя поймали, смотри, у нас Рубика еще. Да, уже морф здесь. Так. 43 минута и ничего не понятно вообще. То одни, то вторые умирают вечно у нас. Опа, ух, реакция какая. Но поймали Леона, минус вампир. Вампир очень быстро выкупается в игру обратно. Там разлом полетел под хостомб. Промывается, Дум получает Соло. Почему-то МК поляну до кастану пытается жить. Бегает по краешку, бегает и выживает. Ну, тебе говоря, там что у нас Антоха, бедный Антоха. Найтмэр на себя вешает, пока живет. Палец получает, умирает. Но там мор по фокусам. Мор, вейформ, телепорт. Нет, не телепорт, просто вейформ. Минус Рубик, Рубик забирает. МК красный драться не может. Бандл страйк, не хватает урона. Линка сбивается. Подкоп после ББК подставляется у нас на Бейн и все. И все расходятся. Угу, хиксульку.
Все хочет Дум взять очень сильно. Так, здесь врыв сразу на контратаке БКБшки прожимается вампир. Он после байбека, мы помним, его убивает. Также и Бэйм после байбека. Размен один в один саппортов, который без байбеков сейчас. В поляну никто не заходит. Шторм летает, суету на войт, кончается у него кстати мана. Его могут сейчас поймать. Он прячется в инвизик. Реквием прожимается. Его пока не видно, сейчас может быть увидит. Увидели его, но все, забили на него болт. Поймали Рубика. Рубик под фокусом 4 героев. Минус Рубик. Шторма, если бы убили, было бы вообще плохо. Но Шторм все-таки выживает. А где у нас Макакин? Макакин тоже здесь на базе. Так. Ну что, Бэйн, Рубик без бэбэков у нас. Врывается Дум, будет драться 3x5. И возможно получится, кстати говоря, нажимается сыр. Там под Думом находится Тимбер, Тимбер убирает. Он без байбека, сторона стоит. Но умирает в отместку Дум сразу же. В размен сразу же есть. Полетел Штормецкий, пытается соло убить, не получается. Соло живой, падает база. Байбеков почти нету, но Т сейчас только у одного СФ имеется, остальных КД всех. Или денег нету. И в КД, и денег тоже нету. Дум после ББК реквием под хиксом находится. Минус Дум умирает. Все, у меня крипы есть, или просто уйти, но тычес нужна. Не, все-таки но тычес. Ну, еще не закончили, но шанс велик, что они эту игру закончат. Ну что, пушится. Пушится Найтмэр. Там лотос вешается. Начинается драка. Мор находится в Найтмэре. Он не дерется. Кастуется поляна. Поляна неплохая. Снимается Найтмэр сразу же. Там Думчик наваливает. Реквием прожимает СФ. СФ красный СФ без, с байбеком СФ. Мор с байбеком. Уже соло умер. У нас раскастики выдаются. Но нужно отступать. Нужно отступать. Я не знаю, почему нонтейчес идут. Там убивает СФ. Мор в телепорт. Не сбило ему, что ли? Не достал банду устраивать, ты представляешь? В итоге ладно. Тимбер здесь у нас что-то суетится, бегает. Тимбер, БКБ сейчас же кончится у него. И его просто цепанут, по идее. Хотя маны уж там мало, нет, не цепанут. Вот там мега-крипы, благо то, что есть мега-крипы. Это благо. Вообще, ну, тэч зря пошли, нужно было просто рожку дождаться, потом подниматься уже, вот, ну, прям спокойно вообще. Тимбер, что делает Тимбер? А что это сейчас было? Тимбер... Что это сейчас было? Что? Блять, что? Ладно, потом, ну, тэч еще хотят зайти. Похоже, хотят. Так, врыв полетел на Рубика. Ага, в тром пошел. Пытался развести, видимо, на глиф. Не получилось. Вампира срабатывает. Индийск вампир нужно отойти. Получает, например, вампира. Начинает фокус. И здесь Дум вешается в лотос на СФ. СФ в итоге выживает. Адаптивы полетели. Начинает, пытается Рубика бить. Рубика 3800 хп. Остается поляна хорошая. Вейформа нету. Но шотган на себя. Линка сбивается. Вейформ появляется откатиться. Минус в итоге Шторм. Шторм умирает. Бэк у него есть уже выкупаться. Шторм или не надо? Не пойму. Есть ли рефрешер? Рефрешер есть, но он лежит пока что там. Стэш у него не готов. Морф пошел. БКБ пытается развести, не получ... Развел. Я не знаю, кто это сделал, но кто-то нажал, когда морф уже отошел. Ручки уже дрожат, все. И минус поляна, кстати говоря. И сейчас можно последний раз забежать. Нажимаешь БКБ, пошел тарабанить, помогите кто-нибудь морфу. Просто помогите морфу, чтобы он забрал трон, наконец-таки, заканчивает ноутэчес. Вот они, те 5 шмотки, которые подняли себе ноутэчес, но не подняли трайдент, в итоге... Выиграют эту игру. Помогает закончить им.